Всем добрый день! Сегодня будем готовить салат из мидий. Для этого надо мидии в масле, кукуруза консервированная, пекинская капуста, яйца и для заправки масло оливковое, бальзамический уксус, соль, перец и лимонный сок. Измельчаем капусту. Капусту порезали, сверху высыпаем кукурузу. Нарезанное яйцо отправляем на салат. Выкладываем мидии на салатик. Готовим заправку. Берем масло оливковое, бальзамический уксус наливаем, солим, перец. И лимонный сок. Осталось заправить нам салат. Поливаем сверху. Такой полезный и вкусный салат у нас получился из мидий. Продолжаем серию салатов из мидии. Для этого салата нам необходимо мидии, пучок салата, помидор, огурец, красный лук, маслины. И заправим мы все это маслом из-под мидий. Измельчаем овощи. Помидор режем кубиком. Отправляем в салатницу. Огурец порезали мелким кубиком. Режем лук. Маслины порезали полукольцами. Салат рвем руками, чтобы он не потемнел. Солим салат по вкусу. Перчим. Добавляем мидии. Заправляем маслом. Перемешиваем все. Вот такой второй вариант салата с мидиями получился. Яркий, красивый, вкусный и полезный. И еще один салат из мидий. Для него я порезала мелко лук, замариновала в яблочном уксусе, посолила, поперчила, добавила сахар. Сыр потерла, яйцо порезала мелким кубиком и помидор мелким кубиком. Приготовила мидии. Будем собирать салат. Заправляем майонезом. Кладем яйца, слой яиц. Майонезом промазываем.
Теперь выкладываем слой помидоров. Смазываем майонезом все. Посыпаем сверху сыром твердым. Вот и готов еще один салат из мидий. Приготовьте на Новый год один из трех салатов. Очень вкусный и полезный. Приятного аппетита, всего хорошего!